Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, друзья мои! Невестка встала турецкая раньше всех, завела будильник, чтобы все приготовить, вкусный завтрак. В Мерсине дождь, началась осень. Покажу сейчас, что я, чем я занимаюсь. Пока мама спит, папа спит, я встала, чаёк поставила. Смотрите. Чай готов. Вот тут я хачапури приготовила. Буду делать такое огромное хачапури, видите? Сейчас вот так вот заверну. И увидите, и на этом противне. Вот, готовлю. Духовочка уже греется. Буду готовить завтрак. Вот так вот я раскатала вот этот хачапури. Сейчас я что сделаю? Его на противень положу и дальше смотрите. Такую хачапури я еще его разрезала, а сверху помазала яйцом с майонезом. Сбила. И сыр там чуть-чуть был, чтобы красиво так. Вот и поставила сейчас в духовочку. Сейчас здесь я буду... подготовлю тыкву. Вот мой скромный завтрак наш сегодня. И вот такой красивый хачапури. Очень красивая. А тыкву я сегодня решила сделать по-другому. Вот посмотрела еще другую рекламу, как делают. Я ее сахаром засыпала. Она чуть-чуть протушится у меня. А потом я ее отправлю в духовку. Протушится до полуготовности. Вот такая красота у меня получилась. Посмотрите. Я бы с собой сын чай да опай, да то я. Видим, якошеклы бабаджим. Бегун и еге стерьерсон бабаджим. Сен дюн бирас юрулдун, бирас бегун бы одавар. Ашки, буне турче. Килю, янак. Янак. Янак, ява, ивет, янак. Биз шимди сен бенде кило алмак лязим. Бен сана чок емек вереджем. Сен бакма жаны бенем. Бен не демек истерим. Насыл хачапури, сен соли? Гюзел ме? Гюзел. Анемчик. Кошту. Качты, качты. Кошту дьёру, Машки. А немчик кошту. Вот так мы пьем. Позавтракали, сидим, беседуем. По-моему, папа чуть-чуть поправился, я говорю. В Мерсин пришла весна. В Мерсин пришла осень. Температура 16-18, показывает термометр. Дождик. Немножко дождик моросит. Смотрите, какая погода. Ну, мне пока вот я стою на балконе, мне не холодно. Я только что привела себе порядок после завтрака. Убрала все, помыла. Вот эти блоги, когда у нас гости, будут одно и то же. Кастрюли, обеды, уборка, разговоры. Так что потерпите, кому это не нравится. Но вот по-другому никак. Гости есть гости. Я не могу вам показать ничего другого больше. А сейчас я приготовила им кофеек. Сейчас пойдем по их угостим вместе с вами. Так, вот кофеек по конфетке. Это для Анемчика. Ну, а мне вот кофе отдельно. У меня от тыквы остался вот такой сироп. Я сегодня сделаю. Может быть, сегодня, может, завтра. Вот от нашей тыквы осталась. Вот какая вкусная, друзья мои. Если вам будет интересно, пишите, я вам напишу рецепт. Очень вкусная и полезная. Вот, готовлю. Хачапури осталось вот сколько. Пакетик, чтобы не сказать. Ну, хорошо поели родители, я довольна. Пошла как поить я кофе. А вот и наша рыбка, которая будет скоро жариться. Барабулька. И тут у меня зелень под уксусом. С уксусом, чтобы все букашки, таракашки погибли, паразиты. Вот так сегодня у нас будет такой ужин. Посмотрите, кто пришел. Ким Гельди. Миним
вместе готовим. Мы, посмотрите, рыбку жарим. Балык пикнюр. Партия, Оладяк. Балык партии. Твои хорошие. Я закрыла голову, потому что у меня только душа, чтобы не провонять. И вот это одежда. Жаришь рыбу. Такой бардак на кухне. Но сейчас моя Залука захотела креветки. И вот сказала, что надо на чесноке и масле. И посмотрим, что из этого получится. А я посмотрю, чем они занимаются там. Гюзель. А не бабам нерде. Аж кем бинем. Деклиор еме. Ну-ка, что мы сделали? У нас рыбку какую красивую я пожарила. Это моя озлем япты. Озлем. Родители. Намаз. На намазе. Ну, а мы готовим. Не знаю, что получится у меня. Ну, вот так вот выглядит. Как мы вкусно кушаем. Очень вкусно. Так, такая у нас семья дружная. Уважаемые друзья, после обеда Анемчик с Бабаджимом ушли. Их забрала моя Заловка, потому что очень похолодало, и им здесь как-то некомфортно. Они мерзнут, и вот дочка тоже говорит, пойдемте ко мне, а я говорю, пускай остаются, ну, они решили, и поэтому мы сейчас с Ашкемом одни остались так неожиданно. Да, Ашкем? Да. Да, мы одни остались? Остались одни. Ну, вот сидим, смотрим новости. Чай выпили с Ашкивом, а я сейчас буду смотреть свою конференцию, которая стартовала сегодня, друзья мои. И также жизнь продолжается наша. Но родители остались довольны очень. Хотя я расстроилась, что они ушли, но они остались довольны. Последние два года. Как результат деятельности в этом направлении у нас с вами появилась... Уважаемые мои подписчики, многие спрашивают, что это за бизнес. Сегодня стартанула международная онлайн-конференция, посвященная нашему бизнесу. И это наш драгоценный президент Дмитрий Аксенов. Всем привет, друзья мои! Решила чуть-чуть дополнить вчерашнее видео, потому что не снимала больше, думаю, на коротким. Дополню сегодняшним, ничего страшного. Посмотрите, что у меня творится. Увидите. Что у меня творится? Родители уехали, я занимаюсь разбором наших шифонеров. Все летнее. Спрятала вот это вот все уже, выбрасываем. Это еще ничего. В общем, везде, везде. Тут я нашла одно одеяло. Одно одеяло, оно, наверное, лет... Мираба? Вибелье повесила. Видите? Стирка у меня. Готовимся к зиме. Поменяла уже одеяло теплое, потому что уже холодно. Посушили мы его на солнышке. Так. Кругом бардак. Ну как бардак? Я везде попылесосила, везде полы перемыла. Вот. В процессе складывания. Так удобные, такие удобные кровати. Все здесь помещается. Так что вот так вот. И глажка у меня усердно идет. И здесь тоже вот. Все, разобрали, перебрали с мужем. Там у меня эту обувь, я все должна перечистить летнюю. Вот, мои босоножки и спрятать, посушить. Так меня мама научила. Ашкем вытащил свою обувь. Свою обувь вытащил Ашкем. Здесь я вот поменяла такое покрывальце, сюда положила. Вот, мягенькая, хорошенькая. Вот такие вот дела, друзья мои. Кстати, вот эта девочка, которая столько часов после спасли, сейчас она чувствует себя хорошо.
и вот остальные детки. Ну, не будем о плохом. Так что вот чем я занимаюсь. А тут у меня Глашка. В общем, хаос, друзья мои, хаос настоящий у Светланы. Светлана сама. Скоро начинается собрание, и поэтому не могу никак ответить на ваши комментарии, но надеюсь, приступлю к ним. Некогда, друзья мои, некогда. Вот и я сама. Вот и я сама. Зимние вещи вытаскиваю, летние складываю. Вот занимаюсь чем. Мои дорогие, сейчас я все прибрала, все убралась. Все разложила по своим местам и хотела бы с вами поболтать. Вы знаете, что вы видели, как сосед был в маске. Оказывается, у его сына коронавирус. У нас в доме коронавирус. Но он говорит, проходит в тяжелой форме, лежит, не знаю, они так. Наверное, скорее всего, они тоже переболеют. Но вот у той соседки, которая со мной не здоровается, вот такой в доме болезнь такая. Ой, надеюсь, что Бог нас убережет. Через балкон это не перейдет. Через стенку, особенно на вот эта стенка сзади, они живут у нас. Дай Бог, чтобы все было хорошо и от нас подальше этот коронавирус. Так что вот такие вот дела другим. Молитесь за меня, пальчики держите кверху. Ну все, а я сейчас пошла собираться. Делаю макияж. У нас сегодня второй день конференции. Готовлюсь к ней с большим нетерпением. Все свои дела сделали. Обед у меня есть. Будем кушать, что осталось. И ждать хороших новостей от нашего президента компании. И как всегда, на этом буду заканчивать видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. А также не забывайте делиться своими знакомыми моим каналом. Все, пока-пока!